Новые тротуары появились на улице Дзержинского. Об этом нам рассказали жители района. Итак, сегодня мы убедились, что на Дзержинского уже обустроены аккуратные пешеходные дорожки, причем не просто заасфальтированные, а выложенные тротуарной плиткой. Кроме того, к радости жителей этого района, здесь появится и детская площадка. Новый тротуар выложили и в районе 9-й школы. Здесь пешеходную дорожку заасфальтировали.